Вот уже несколько дней в сети обсуждают слухи о расставании Андрея Григорьева Аполлонова с женой. Как утверждают источники, Марина предпочла ему молодого баскетболиста и вместе с детьми переехала к новому возлюбленному. Журнал «Стархит» решил прояснить ситуацию и добился комментария из первых уст. «Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее тоже. Я тогда гастролировал, а она отправилась на игру вместе с детьми и подругами. Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется. Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам», — заявил возмущенный солист группы «Иванушки Интернешнл». А вот супруга Григорьева Аполлонова пока хранит молчание и недавно удалила свой Инстаграм. Напомним, друг семьи артиста 17 апреля заявил, что Марина вполне могла расстаться с мужем, потому что ей не нравится его разгульный образ жизни.